Привет, студенты! В эфире «Универ Ньюс» и его ведущая Аделя Валеева. Я познакомлю тебя с самыми яркими и интересными событиями молодежной жизни. Сегодня в выпуске. Как объединить статистику и глобальные вызовы? В КФУ выбрали лучшую научную работу. Успешные выпускники Казанского университета выступили перед студентами. 27 октября в Екатеринбурге делегация КФУ во главе с ректором Ильшатом Гафуровым защитила дорожную карту Казанского федерального университета. Разработкой стратегии развития в последние месяцы занимались все институты КФУ. 28 октября запланирована пресс-конференция, на которой будут озвучены предварительные результаты защиты дорожных карт университетов. От них зависит финансирование вуза в рамках проекта 5-100 на 2018 год. А мы продолжаем. Сотрудничество КФУ и Кокрейн России подтверждает свой высокий уровень. Теперь необходимо перевести назревшие идеи на практику. В частности, речь идет о переходе к активному внедрению принципов Кокрейн в систему здравоохранения. Как объединять статистику и глобальные вызовы в Казанском федеральном, расскажет Аделя Шамилова. Глобальная независимая сеть Кокрейн, объединившая усилия исследователей, пациентов и людей, интересующихся вопросами здоровья, продолжает свою работу. В нашей стране Координационный совет Кокрейн России создан на базе Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Сегодня кокрейновская работа необходима, поскольку доступ к доказательствам здравоохранения увеличивается. Увеличиваются и риски неправильного толкования сложного содержания. При этом вероятность того, что отдельно взятый человек получает полную сбалансированную картину, уменьшается. В связи с этим 27 октября в стенах Института фундаментальной медицины и биологии КФУ взяла старт школа-семинар, которая рассматривает кокрейновские систематические обзоры, учитывая статистику и глобальные вызовы. И в этом году наши участники будут иметь возможность не только теоретически познакомиться с кокрейновскими систематическими обзорами, понять, как их читать, как из них извлекать информацию, но и буквально, как говорится по-английски, hands-on, то есть получить свой собственный опыт использования различных софтов. Миссия школы – обеспечить доступную и достоверную информацию для поддержки информированного принятия решений. В этом году в мероприятии принимают участие представители Кокрейн Австрия. Мы работаем вместе как международная сеть отдельных лиц и организаций, бескорыстно приверженных идее разработки, поддержания и распространения систематических обзоров по эффектам здравоохранения. Необходимо понимать, что любое исследование должно иметь протокол. Здесь молодые специалисты учились его составлять. Значение такого переоценить сложно. Протоколы и обзоры кокрейновского сотрудничества обобщают лучшие доказательства научных исследований с целью обосновать медицинские теории, а также активно помогает принимать новые решения в сфере здравоохранения. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универньюз. В КФУ состоялось торжественное награждение участников всероссийского конкурса лучших научных студенческих работ. О том, как проходила церемония, ты узнаешь в следующем сюжете. 27 октября второй всероссийский конкурс на лучшую научную работу студентов подошел к концу. В Музее истории Казанского федерального университета состоялась торжественная церемония награждения участников конкурса. Важно отметить, что в конкурсе приняли участие студенты 9 федеральных университетов. Я хотел бы поблагодарить Казанский федеральный университет и организаторов данного конкурса за высокий уровень проведения конкурса. Мы посмотрели город Казань, прикоснулись к истории этого великого города и нашего всего государства. Награждение проходило по трем направлениям – социально-гуманитарное, естественно-научное и инженерно-техническое. Напомню, что мероприятие прошло в рамках программы развития деятельности студенческих объединений и сетевого взаимодействия федеральных университетов. Тематика работ достаточно обширна, начиная с каких прикладных вещей, заканчивая астрофизикой, теоретическими работами. Поэтому очень рад, что выиграл, что оценили мою работу. Действительно, все работы были очень-очень сильные. А вообще конкурс, на самом деле, очень хороший. И я рад, что проводится в Казани уже не первый раз. Цель проведения конкурса – это вовлечение студенческой молодежи в научно-исследовательскую деятельность федеральных университетов России. Олег Кашин, Роман Самарин, Универньюз. Выпускники Казанского федерального университета выступили перед студентами на пятой серии проекта «Мост». Тема встречи – успех как стиль жизни. Подробнее в следующем сюжете.
26 октября в деревне Универсиады прошла пятая серия проекта «Мост». В качестве спикеров выступили профессионалы из сфер менеджмент, пиар, бизнес и творчества. Все они являются выпускниками Казанского федерального университета. Выступающие поделились своим опытом и ответили, что является успехом в их понимании. Помимо темы успеха, спикеры обсудили со студентами тему высшего образования. Университетское образование, особенно федеральные университеты, это классическое образование, которое всего-навсего, вернее, не всего-навсего, это самое главное, оно дает направление. И то, как вы этим там, знаниями, навыками, какими-то особенностями распорядитесь, во многом от вас зависит. Мероприятие направлено на обмен опытом и развитие связей между выпускниками и нынешними студентами КФУ. Артем Тупичкин, Владислав Михневский, Универньюз. В современном мире постоянно происходят какие-то изменения, поэтому необходимо идти в ногу со временем. На сегодняшний день очень остро стоит вопрос подготовки педагога. Каким должен быть учитель 21 века? Давайте разбираться вместе с нашим корреспондентом Анной Глазуновой. Одним из приоритетных направлений Казанского федерального университета является САЕ-учитель 21 века. Непрерывность обучения на протяжении всей жизни человека – долгосрочная стратегия университета. IT-лицей, лицей имени Лобачевского, бакалавриат, магистратура, аспирантура, Приволжский центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Казанского университета и университет третьего возраста. Преимуществом университета также является практикоориентированный подход обучения, где выпускники, пройдя обучение в центре магистратуры, может сразу же приступить к практическим занятиям с учениками в школе и вузе. Распределенная подготовка будущих учителей в научно-образовательных структурах классического университета с химиками, физиками, математиками и другими направлениями дает более фундаментальное образование, нежели образование в специализированных педагогических вузах, где оно дается только в рамках специальностей педагогика. Сочетание возможностей классического и педагогических университетов в Казанском федеральном университете, лучшая кадровая база, новые возможности для технического сопровождения учебного процесса, ротация кадров, возможности для саморазвития преподавателей позволили нам вывести учебный научный процесс на качественно новый уровень. В связи с этим в рамках САЕ «Учитель 21 века» были организованы международные сетевые исследования. Многие из них были инициированы коллегами из ведущих университетов мира. Один из таких проектов начал свою реализацию в университетах Глазго и Мюнхо. Они задались вопросом о том, насколько профессиональные стандарты учителя, которые принимаются в самых разных странах, в том числе и в нашей стране, влияют на качество обучения в школе. Как учителя относятся к стандартам? Каково влияние стандартов на развитие образования? В России это исследование оказалось очень противоречивым. В течение 3 лет шло обсуждение этого исследования, но его внедрение в школах России так и не произошло. Новый министр образования Ольга Васильева увидела изъяны того стандарта, который был подготовлен до этого. Для учителей, уже работающих в течение долгих лет в школе, нужны какие-то разные требования, и профессиональный стандарт должен учитывать все эти уровни. Поэтому сейчас Казанский федеральный университет ведет исследование методик, разработанных в Глазго и Мюнхо с целью доработки российских стандартов. Тот опыт, который реализуется в рамках САЕ «Учитель 21 века», основывается на самых прорывных достижениях в области педагогической науки и образования, а также в области практикоориентированного образования. В рамках реализации САЕ «Учитель 21 века» были введены инновации в процесс подготовки учителей. Учитывался передовой мировой опыт, а также лучшие российские традиции. Наш университет в этом году вошел в предметной области Education мирового рейтинга университетов КВС в число 300 лучших университетов мира и число 100 лучших университетов Европы является, наверное, самой лучшей оценкой правильности нашего пути. На базе Казанского федерального университета регулярно проходят крупные мероприятия. В мае 2017 года прошел 3-й международный форум по педагогическому образованию. А в октябре состоялся Всероссийский психологический форум. Анна Глазунова, Андрей Багудинов, Универньюз. Как говорил Бенедикт Спиноза, если вы хотите, чтобы жизнь вам улыбалась, подарите ей сначала хорошее настроение. Помни об этом. С тобой была Аделя Валеева. До скорых встреч!